продолжаем подбирать материалы, которые мы используем в наших дизайн-проектах. И сегодня на примере дизайн-проекта кабинета 3D-мэппинга мы подберем необходимый декор на стены. Мне нужно найти самые крупные настенные декоры, а также, чтобы они были износостойкие, потому что ученики будут их двигать. Для этого проекта я готова предложить вам антивандальную лепнину фирмы Европас. Она обладает высокой степенью износостойкости. А также для особо крупных элементов это фасадная лепнина. Кать, с настенным декором мы разобрались, очень отличный ассортимент. Скажи, пожалуйста, все равно у меня будут стены, которые тоже требуются, чтобы они были износостойкие. Какую краску ты посоветуешь? Я посоветую нашу краску Dexa 5 компании Flügger. Она является антивандальной и колируется в любые цвета по вееру. А также перед окрашиванием стен я рекомендую вам использовать наш малярный флизелин, который имеет разную плотность. Сегодня мы подобрали отличные материалы для дизайн-проекта кабинета по 3D-мэппингу, а в следующем видео мы рассмотрим материалы, которые мы будем использовать в дизайн-проекте «Медиа-искусство».